Ну вот и новый день начинает показываться за горизонтом. Я встал там же, на этом же месте. Конкурентов у меня пока нет. Я единственный на песке, тоже никого нет. Но пришел сюда, где клюет. Луна полная, уже несколько дней стоит. Все, забросил по месту. Теперь буду ждать звонка. Солнышко поднимается. Сейчас тогда и перезаброшу. К тому же время уже подошло с первыми лучами солнца. Блин, началась утрянка. Это нормально протащил, все четко. А это прям сразу как-то оп, и встала на зацепе. Блин, я буду тягать. Побегал сейчас уже по этому, по берегу. Никуда, ни туда, ни сюда, прям мертво встала. Сейчас будем прорывать ее. Или выдирать. Крючок, конечно, я оставил, но все остальное протащил. А это здорово. Ладно, сейчас пока тут брошу, а здесь буду подвязывать. Вот так вот. Похлебочка, давай, давай. Ложная тревога это. Есть, есть рыба. Да что такое-то? Ну иди сюда.
выцепил, красавца. Ну, наконец-то я дождался поклевочки. Это все мешает мне, все неудобно. Ну, опять маленький, небольшой. Фу, ну с почином. Вроде как начался клев. И время у нас... Блин, даже не помню, сколько времени сейчас скажу. Половина шестого. Первая поклевка. Ну, опять какая-то такая вялая-вялая. Ладно, перебрасываем. Ждем поклевки. Сегодня сколько делаю забросов, ни одну нормально не добросил. Все как-то что-то корявенько получается. Ладно. Перебрасывать не буду, пускай так стоит. Вот он, точно, опа, точно такой же, если не меньше. Что-то в этом году у меня одни дети клюют, непонятно. Вот, но клюнул моментально. Я даже не успел присесть, и уже поклевочка. И вот он, небольшой головлик. Красавец? Красавец. Мелковат, конечно, дружочек ты мой. Но пускай хотя бы такие клюют. Все, не дураком сидеть, правильно? Перышки. Ладно, перезабрасываем. Так, не очень пошла. В тот раз я дальше кинул. Метров на 10, наверное, даже.
Я просто сдаюсь. Вот это похоже было все-таки на поклевку. Она в берег рванула, потому что просела аж леска. Надо было подсекать. Там тоже какие-то непонятки. Ладно, подождем. Потому что тут время уже скоро перебрасывает, так что крючки там самоподтекающиеся, поэтому ничего страшного. Так, ладно, дернем. Завела, не могу вытащить. Главное, на ровном месте все, а. Так, ладно, постоим, может быть, сойдет она. Все время же нормально протаскивал. Что такое? Не, не получается. Надо про этот протаскивать. Иначе никак. Вот, блин, не было печали, а. Что ж такое? Что ж такое? Блин, чувствую, оборву я. Глухо. Давай, в общем, непонятно, что это было. Но крючка, естественно, нет. Будем вязать.
Фу. Вроде как рыба была. Ладно. Я снова в строю. Подвязал, забросил, все нормально. Эту решил поближе кинуть, ту подальше. Не знаю, что с этой делать. Второй день подряд на нее не клюет. Я уж грешным делом думаю, не отнести ли ее в те кущери, где вчера Павел отличился. Я даже где-то внутренне готов расстаться с одной оснасткой. Но не более. Но не могу решиться туда отнести ее все-таки. Голод, конечно, меня толкает на это действие, но опасно. Опасно почему? Потому что местные аборигены ходят и могут что-нибудь начудить. А я ее не, даже этот, не то что не вижу, я могу даже ее не услышать. Хотя здесь этот сигнализатор, колокольчик, достаточно звонкий. Ой, ну не знаю. Время еще есть, посидим. Но сейчас. Оп-оп-оп, нет, 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 это не поклевка. Сейчас семя я уже посадил. Сейчас оно немного созреет, и я ее туда потащу. Потому что она вообще не работает, эта палочка. Приходили сейчас гости ко мне с этого, с песка. Там вообще ничего не клюет. Но люди стараются, как могут. Ладно, пойду чаи гонять. Будем заканчивать на сегодня эту рыбалку. Хвастаться нечем, трофеев нет, потери есть. Но, тем не менее, я завтра приду. Нужно проявить упорство, иначе лень возьмет верх. Надо все-таки ходить. Может быть, заметили, нет, вода начинает падать уже потихонечку. Чуть по чуть. Завтра, я думаю, воды будет еще меньше. Если, опять-таки, там, выше по течению, ничего у них, они не передумают. Ничего у них не изменится. Так, все, будем сматывать снасти.